Всем привет! Продолжаем мы прохождение игры Medieval 2 Total War за Королевство Англии. Так. А, здесь мы не подключение для этого. Наставник как-то убавилось. Наверное, мы сейчас вот с этого флота высадим армию и сюда вот потом мы перебросим в Испанию, вот посадим вот эту армию, которая у нас дособирается, и атакуем вот этот повстанческий город с моря вот здесь вот. Это же так проще будет, чем опять все это обходить, ну столько времени затратишь. Так, ну а здесь начинаем сбор новой группировки мы. Завершаем ход. Так, ну что, защищаем Загреб. Силу 2 к 1 соотношение сил. Так, развертываем войска. Где он, центр города?
Так, артиллерию, как всегда, ставим отсюда напрямую наводку. Так, перекрываем все направления. Т-4 отряд у нас будет резерв ставки. Так, Йоминов вставляем сюда вот. Так, ставим колышки. Здесь тоже ставим колышки. Так, ставим колышки. Так, кавалерия у нас тоже будет вот находиться вот здесь, как бы в резерве. Давайте сюда вот ее в угол поближе. Чтобы артиллерия не задевала. И начинаем битву. Сразу же ускоряем ход игры. Так, Кулеврин, ладно, пока подождите. А вот теперь можете атаковать. Ой-ой, блин. По нашим-то за что? Ну, давай, давай, атакуйте. Куда же вы, гусары, развернулись-то, а? Их башни у наших стен. Стойте насмерть, и да поможет вам Бог. Крутится туда-сюда их кавалерия. Видимо, увидели, что их здесь ждут колышки. Да ё-моё, блин, что ж вы делаете-то? Больше нас, блин, нас самих убили, чем врага. Как стреляют, непонятно. Врагов только не убили, будут только наших. Что по нашим шмаляете, а? Отойдите, блин, да сейчас они вас здесь всех перекосят. Вот сюда, по бокам встаньте, блин. Задолбали, блин, уже. По своим бьют.
Действительно, наших больше, чем врагов убили. Весь город раздолбали, своих стреляли бы, но по врагу на раз и не попали даже. Не попали, было попадание, у нее очень много. Такое ощущение, что не видит, куда шмаляет вообще. Неужели попали? Валерий, ну сейчас обстрел будет. Вот они, пешие рыцари феодалы пошли в бой. Так, враг потерял уже 32% своего войска. Так, наши йомины уже почти отстрелялись, блин.
Так, решили они обойти наши позиции, да, по некоторым направлениям. Так, вы отстреляйте себе, держите позицию. Ждем новые атаки. Ага. Не хотят они нас атаковать в лоб, пытаются обойти с разных сторон. Куда стреляет? Тут нет никого, лупит куда-то. Ладно, все, прекратить стрельбу, блин. А то толку нету особого. Так, теперь внимание за флангами следим. Они решили нас обойти с нескольких направлений сразу. Так, здесь у них кто? Тоже пешие жители феодалы? Ага, все, пошли опять. Так, пока не стреляйте. Ага. Провалила конница удар. Так, кавалерий вперед. Пехотинца отставить пока. Пусть кавалерий скрепляет. Давай, давай, пока не вернулись, блин. Уничтожайте их. Вперед, вперед, давай, давай, напирай на них, истребляем их всех здесь. Так, все, погнали мы всадников. Стоять. Возвращаемся обратно теперь. Потому что там вражеская пехота возвращается.
А эти что у тебя тут взялись, блин? Давайте пробуем спасти наших ребят, наносим, пытаемся нанести удар. Что-то мы здесь где-то скрывались, что ли? Да блин, пока наш кавалерий дойдет, они уже 10 раз там перебьют всех. Ну все, нагоняйте их, блин, сейчас опять 3 часа там будет пытаться пробиться. Давай, давай, вы что там никак не выберетесь оттуда, а? Блин, здесь копейщики еще мешаются. Может быть, они разбегутся или нет? Да, они побежали, отлично, давай дальше, 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 быстрее, быстрее. Вот этих вот нагоняйте. Опять на гусары будут мешаться. Бегите через них. Опять столкнулись с гусарами. Все, продолжите игру. Победа. Ускоряемся, давайте быстрее. Я так думаю, следующим ходом надеюсь уже венецианцы осадят. Да я же сказал, бегом. Разбежались тут опять по всей карте. Больше всего тут раздражает. Разбегут по всей карте. В одном бы направлении бежали. По разным направлениям. Еще по всей карте. Блин. Вылавливаю их тут по одному, по два. Ну быстрее, где вы там сейчас так обижите, они уже бегут до границы поля боя, блин. Сейчас они еще бегут, вот это сейчас еще слиняет с поля боя, не успеет наш нагнать их. Ну я же говорю. Кавалерия не догнала пехоту, позор. Этой победой восхитительно.
Все, убежали остатки. Потеряли мы 144 воина, враг потерял 686. Единственное, какие здесь рыцари феодалы? А, вот эти на какие-нибудь конницы. Я думаю, пехотинцы наш кто-то опыт получил. Так, Йомина по единичке опыт получил, и кулибрина. Слинял отсюда, блин. Естественно, они отступят. А, буду драться. Ладно, пока. Я так утих. Так, доклады о найме, доклады о строительстве. Сводки новостей, итоги хода. У нас плюс. Так, в Загребе казнили венгерского лазутчика. Здесь у нас в Карибах построилась постройка. Давайте строим ратушу дальше здесь. И потом будем ждать только следующего расширения. Thank you.
Так, у нас здесь все купцы на местах. Вроде как бы все. Так, еще, по-моему, отряд лучников здесь нанимаем. Толедо, ну да. И потом артиллерию наймем. Здесь давайте высаживаем армию и плывем теперь туда, на запад. Так, отлично, уже вторая армия. Ждем еще вот эту вот армию и пойдем в наступление на последний мавританский город, на Триполи. Здесь мы перебучились. А здесь распределяем наших купцов по ресурсам. Так, сколько нам печь-то уже 5726 приносит? Так, еще купца. Так, здесь нам, по идее, с повстанцами сразиться надо. Но посмотрим, как у нас будет по времени. Успеем мы в этой серии или нет. Так, идем дальше. Идем дальше. Кто у вас здесь? Смотри, сколько кавалерий. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть отрядов кавалерии. Такое ощущение, что они больше кавалеристами воюют. Так, здесь еще отряд пехотинцев набираем. Вот уже 5 отрядов пехоты, будет 6. Правда, поляки нас на следующем ходу могут опять осадить. Вот день то, что к армии бегут, а? Да блин, почему нельзя тут перебучить? А, здесь нет этих отрядов. Ладно. Понятно. Так, что у нас в Загребе? Наймем здесь копейщиков, проведем ремонт. Прокачиваем нашего убийцу. Давай, что?
Отлично. Так, где-то у нас еще еретик был, по-моему. Не ошибаюсь. А, ведьма, 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 где-то ведьма. Вот она. Блин. Не удалось нам казнить ее. Наймем без священника. Ох ты, сколько нигде стрелков-то. Ладно, наверное, все-таки в следующей серии мы это уведем. Сражение. Иначе сейчас у нас опять вот это затянется дело. $9553 у нас прибыль должна будет идти. Так, ну давайте, Бесуа, построим башню. Так, посмотрим на статистику у нас. 39 полководцев, 61 область под контролем, 34 города, 27 замков. Выигран битв 307, проигран 61, год у нас 1576 уже, ход 249. Продолжаем мы здесь наступательные действия в Африке. Осталось нам всего... Так, ну хотя нет, осталось нам не всего, а целых 4. Региона здесь. А у Мавритании остался один город, Триполи, столица. Больше войск здесь нет. Здесь, походу, только лидер остался. Султан Фахих Скупой. Правитель. Ну, конечно, есть вот еще армян здесь у нас ходит. Стоит он возле Марселя, наследника Мали. Но никак он их почему-то даже не десантирует, даже не пытается десантировать. Так, ну ладно, на этом завершаем нашу серию. До новых встреч, всем пока.